И к другим новостям. В Петропавловске продолжаются новогодние утренники. Сегодня Дед Мороз со Снегурочкой пришли в гости к ребятам из многодетных семей. Сказочные представления, игры и сладкие призы. На празднике побывала Алина Бржанова. Каждое утро, как в детском саду, Светлана Цыбарт – мама пятерых детей. Младшей Веронике год и 8 месяцев. Девочка очень любознательна и добродушна. А вот ее старший брат Максим, наоборот, живому общению предпочитает видеоигры. Несмотря на это, они отлично ладят и помогают друг другу. Дети, конечно, это счастье, это восторг. Без них это вообще невозможно. Приятно, что нас не забывают в этот канун Нового года и во все праздники. Мы все праздники отмечаем. Я на все праздники хожу с ребятишками, им очень нравится. В обществе многодетных матерей 36 семей. Некоторым женщинам приходится воспитывать своих чад в одиночестве, а потому им особенно важна поддержка и внимание, тем более в канун такого светлого и семейного праздника. Государство делает все для того, чтобы наши многодетные семьи, наши детские дома были бы уверены в завтрашнем будущем. Но я считаю, что собрать детей, порадоваться вместе с ними, создать новогоднее настроение никому не запрещено. Меня очень радует, что у нас это стало заразительным в нашем регионе. Я смотрю, молодые девушки начали ездить, дома-малютки, детские дома. Ребята водили хороводы, пели, рассказывали стихи, играли. А в завершении праздника получили от Деда Мороза сладкие призы и подарки. Алина Бржанова, Владимир Боровков. Новости МТРК.